Всем привет! Это вторая часть обзора про спиннинг, который я называю черная морковка, но она по сути таковой и является. Если первая часть этого обзора была больше ознакомительной, то во второй части я уже конкретно хочу ее посвятить своим выводам и впечатлениям от этой палочки. Этим спиннингом я проловил уже достаточно большое количество времени и... С уверенностью могу сказать, что составил свои определенные выводы и впечатления о нем. Так вот, это на 100% твичинговая палка. Ну, в данном случае я имею в виду не то, что ей можно только твичить, конечно же, ей можно делать все, что вы обычно делаете и простым спиннингом. Я в данном случае имею в виду, что именно с рывковой анимацией воблеров этот спиннинг справляется исключительно хорошо. Ну а как подтверждение моих слов, я думаю, что лучше всего вы можете посмотреть вот в этом вот ролике, где конкретно и наглядно показана работа этого спиннинга на воблерах и на вываживании рыбы соответственно. Я же в свою очередь дополнительно еще проиллюстрирую свои впечатления словами. На мой взгляд, со всей 130-й братьей, а это Рудра, Максквад, Бальсонг, Джеркин Пеппер, спиннинг справляется без каких-либо проблем. Хотя я напомню, что именно заводской тест указан производитель как 18 грамм но как я уже говорил раньше на мой взгляд там все ну, 25 точно возможно 28 хотя я на правах летчика-испытателя позволял себе перегружать его до 30 грамм то есть я кидал им конкретно новинку от мегабаса воблер который называется каната и в общем то он его тянет но чувствуется что это уже где-то вот его предел Касаемо более мелких воблеров, а я конкретную мелочь на этом спиннинге не гонял. Сейчас попутно вы увидите, как он анимирует дипового хамсина, а я пока продолжу. Но вот с конкретными моделями воблерами из, скажем так, мелких, ну, 80-х и 90-х я пробовал Хамсина 90-го, Орбита 80-го, это в диповом варианте, в срном варианте это Асура 90 и в срном варианте опять же 90-й Вот с этими конкретно воблерами этот спиннинг справляется без каких-либо проблем, ну я имею в виду, что в нижнем своем тесте. Касаемо джига. Джиговать этим спиннингом, безусловно, тоже можно. Однако надо учитывать, что есть все-таки более специализированные инструменты для этого. Но этот спиннинг получился реально звонким и чувствительным, поэтому джиговать на нем очень приятно. Причем именно вот о звонкости я говорю о нижнем пределе весов ну, имеется в виду, что он начинается звонко с нижнего предела весов. То есть 7 грамм уже на этом спиннинге, ну и на моем шнуре VX8, который я использовал, уже гудит и отзывается в руку, соответственно, отбивает дно. Честно говоря, это единственное, чего я не ожидал до того, как, естественно, не попробовал этот спиннинг на воде, это то, что он будет настолько вот реально звонким и чувствительным. А, кстати, кого интересует именно джиговый момент, вы можете вот в этом ролике посмотреть, как он работает на джиге и, соответственно, как он работает с вываживанием мелкой рыбы. Касаемо дальности заброса. Почему я акцентирую на этом внимание? Потому что на этом спиннинге стоят кольца Microwave, которые должны эту дальность увеличить. Сразу скажу, что специально дальность заброса этим спиннингом я не мерил, но по моим ощущениям, мы сравнивая опять же с моими рабочими палками, это как правило крой экстрим, палка кидает ничуть не хуже, ну насчет лучше я не скажу, потому что конкретных измерений не проводил. Но вот именно по моим впечатлениям кидает на таком же уровне. И как оценочное суждение со стороны могу вот что рассказать. Вот на последней рыбалке, когда мы ловили щуку с друзьями, мы стояли же в кругу лодок, кидали все воблера. И вот когда я закидывал этим спиннингом воблера, то пару раз со стороны слышал такие возгласы, как типа фига себе, как далеко полетело. Так что вот, возможно, кому-то это оценочное суждение со стороны поможет. Ну и напоследок я хотел бы выделить еще вот два каких момента. Во-первых, то, что спиннинг получился достаточно легким, особенно учитывая его мощность и возможности. Весит он всего лишь 119 грамм. А для примера мой же Suncroy Extreme, который до 17 весит уже 132 грамма. И вторая особенность, это достаточно короткая рукоять. Которая очень и очень удобна при рывковой анимации воблеров. Однако, с другой стороны, у короткой рукояти есть и недостаток в плане универсальности. То есть, кто ищет более, более универсальную палочку, такого тем такая короткая рукоять, вероятно, будет не так удобно, как при твичинге. Что ж, думаю, на этом все. Я же, в свою очередь, отправляюсь тестировать вот эту вот палочку. Это оранжевая морковка. Она, кстати, пришла мне, вероятно, к разочарованию некоторых в мясорубочном варианте. Ну, а почему, собственно, я выбрал мясорубочный вариант, я уже расскажу непосредственно в обзоре про нее. Спасибо за внимание. Надеюсь, обзор был вам интересным и полезным. До скорых встреч. Пока-пока.